Порой, просматривая фотографии, люди с ужасом замечают в них что-то необъяснимое и загадочное, то, чего в реальной жизни, во всяком случае в нашем измерении, не должно быть. Следующая подборка фото самых загадочных, мистических, тревожных и жутких. Специалисты однозначно пришли к выводу, что это не монтаж. Но от этого еще труднее объяснить их происхождение. Канал «Интересные факты» представляет вам 30 реально существующих фотографий, которых не должно быть. На этом изображении вроде ничего сверхъестественного, но если приблизить фрагмент. Семейное фото. Все бы ничего, если бы непонятно откуда взявшаяся голова. Обычный пустырь, но если приблизить, можно заметить силуэт какого-то существа. А это отражение повергло в шок фотографа. Вот еще одно фото с жутким отражением. Парням было не до улыбок, когда они сделали фото и заметили, кто стоял у них во время съемок за спиной. Девушка едет в транспорте, а за задним стеклом виднеется нечто. Более моторошной свадьбы я еще не видел, и вот почему. Еще одно семейное фото, в котором присутствуют лишние члены. Что-то не так с этим фото. Что-то не так. От этого селфи хочется закричать: «Беги оттуда!» Угадайте, что не так на этом фото? Удивительный пейзаж. Присмотритесь, он действительно удивительный. Жуткое дерево. Чувство, что за вами кто-то наблюдает. Когда слону рассказали про это фото, он не поверил своим ушам. На фото изображены две милые леди. Три. А это призрак секонд-хенда. Китайцы все как под копирку. Хотя нет, не все. Знал бы ты, парень, куда спускаешься, не полез бы. Глядя на это фото, сложно не поверить в призраков. На день рождения к этой девочке пришел явно не Карлсон. Девушка решила сфоткаться в пустынном парке. Не получилось. Еще одно загадочное фото, где девушке не удалось остаться наедине. Будьте бдительны, когда делаете фотографии. Помните, за вами могут следить. Это был канал «Интересные факты». Подписывайтесь на нас, и вы узнаете еще много удивительного.